В этом году в Тюмени сократятся некоторые работы капитального характера. Это связано с экономией средств в связи с неблагоприятной ситуацией в стране. Напомню, бюджет города в большей части состоит из субсидий и других вливаний из региональной казны. Правительство области примет окончательное решение в мае в зависимости от общей экономической ситуации в России. Тогда станут известны статьи и суммы сокращения расходов в Тюмени. Что касается действий, то все действия относительно секвестирования и сокращения бюджета прописаны у нас в законодательстве, в бюджетном кодексе. Если говорить коротко, то там прежде всего сокращаются или растягиваются во времени долгосрочные инвестиционные программы капитального характера. А все, что касается социальных обязательств государства, это все исполняется и гарантируется.